Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Я обещал вас держать в курсе того, как происходит торговля или работа на стратегии Уолл-стрит. Это роботизированная торговля, торговля с подсказками от робота. Вот. Но сделки выполняются самими участниками вот этой программы. То есть я сам выполняю сделки. И я говорил, что первая рекомендация, которая поступила, это была на покупку акций NVIDIA. Вот. Но акции NVIDIA потом на отчетности квартальной очень здорово упали, и была рекомендация продать NVIDIA, зафиксировав убыток. И следующая рекомендация тут же была, купить акции Illumina компании. Компания Illumina – это производитель лабораторного оборудования для лечения различных генетических заболеваний, для лечения рака и так далее. Вот, это серьезная компания, мне понравилось, я об этом снимал видео, ссылку на него вы сейчас видите сверху в правом верхнем углу. Через некоторое время, NVIDIA упала, и Illumina упала, и была рекомендация продать и NVIDIA, зафиксировав убытки, и Illumina продать, зафиксировав убытки. Вот, с тех пор рекомендаций никаких не было, но, посмотрите, давайте посмотрим, что я сделал. Вот, посмотрите, вот примерно здесь на уровне 200 была рекомендация купить NVIDIA, это NVIDIA, видим, да? NVIDIA Corporation. Вот здесь купить. Почему? Я предполагаю, что видите, здесь в прошлом году здесь был уровень поддержки, или уровень сопротивления, то вот она упала как раз до этого уровня, и ожидалось, что она отскочит от этого уровня. Но она пошла вниз акции. И давайте посмотрим сейчас в другом масштабе этот график. Вот, она пошла вниз, и, соответственно, на 160 была рекомендация сделку закрыть. Вот где-то вот здесь была рекомендация сделку закрыть, но я не успел этого сделать. Я поставил, вот здесь все-таки 164, насколько я помню, была рекомендация. Да, вот здесь сделку закрыть, потому что все. Вот, я этого сделать не успел в то время. И на следующий день, мне пришлось закрывать эту сделку не на 164, а мне удалось ее закрыть только, не суть, 140, в районе 150, вот примерно здесь. Мне удалось ее закрыть. Смотрите, потери мои, фактически $50 на каждой акции, всего было 6 акций куплено. Серьезные потери, это в районе $300. Вот, теперь дальше, переходим к потере. Первая сделка – это потери. Вот, переходим к Illumina. Вот она, Illumina у нас. И была рекомендация купить Illumina. Вот здесь. Смотрим, опять же, уровень тоже, поддержки должен быть. Вот, и, соответственно, пробьет, не пробьет. Она пошла вниз, и, соответственно, была рекомендация продать эти акции по $300. Покупка была $320. Вот, давайте я нарисую сейчас покупку где-то вот. Так, вот $320. Вот она, была покупка. Была покупка $320, акции пошли вниз, и, соответственно, была рекомендация закрыть эту сделку. Вот, но я посмотрел на... Все компании находятся в S&P 500, в индексе S&P 500. Я посмотрел, что S&P 500 на минимуме, и он должен подрасти все-таки. И компания мне нравилась, честно говоря, потому что все-таки это лечение рака, все-таки это такая компания недутая. То есть там не должен быть это пузырем, это value компания, которая реально производит что-то. Я решил не торопиться с закрытием этой позиции и, соответственно, подождать. Я подождал акции
несколько выросли сначала, а потом упали. Ну, короче говоря, вчера вот я смотрю, акции начали расти потихонечку. Вот. Да, вот здесь где-то была рекомендация купить. Вот. Они упали. Рекомендация продать вот здесь была. Я не стал торопиться с продажей. Почему-то мне эта компания понравилась, и поэтому я ее держал. И смотрю, потихонечку она начала расти. Ну, потихонечку начала расти, я ее держал. И вчера поставил take profit, ну, вот здесь, потому что, опять же, вот он, вот уровень, ну, какой-то вот локальный уровень максимум был, что здесь она, по идее, может вниз опуститься. Я поставил take profit на значение 322 с небольшим, и вот он сработал, take profit, 322.07, покупка была по 320, то есть $2 на каждой акции я заработал, то есть и плюс $8. Вот такие две сделки пока прошли, больше пока по стратегии Wall Street рекомендаций не было. Буду держать вас в курсе. Но сейчас индекс S&P находится на таких локальных минимумах, и он начал, кажется, расти, поэтому, скорее всего, сделки будут, скорее всего, будут опять какие-то идеи на рост акций американского рынка. И еще я смотрю, знакомлюсь, конечно, ничто не предвещает, в общем-то, сказать, резкого падения рынка, скорее всего, будет рост, скорее всего, все будет в порядке. Поэтому продолжаем. Вот, кто-то говорил, что я все слил там, это не так, я ничего не слил, ну, так сказать, слил, конечно, да, $300 минус, да, вот, ну, вот так. Пока, да, вот такие результаты. Надеюсь, это видео было, ну, интересно. До встречи, с вами был Демятков Юрий.